как мыть посуду, не создавая микропластик, и что можно использовать, чтобы мыть посуду и убираться дома экологичнее. Можно пользоваться губками и щетками из натуральных материалов. Например, такая губка, она верхний ее слой состоит из целлюлозы, а нижний слой из люфы. Есть просто полностью из люфы. Она, кстати, классно пенится, и можно ей мыть даже тело. Такой мешочек, очень классно им чистить что-то и убираться. Либо можно его использовать в душе, убрать туда, например, мыло и намыливать себя. Есть классные щетки из бамбука с натуральной щетиной, потверже из пальмы, либо помягче из сизаля. Такой твердый можно чистить, например, в сковородке, либо что-то пригорело, а этой просто мыть какие-то тарелки, споласкивать что-то. Она будет прям такая мягенькая. Все это здорово очищает и помогает прибираться и мыть посуду, но не создавать микропластик, который вреден для нашей окружающей среды и может попасть в воду и загрязнять наши экосистемы. После использования такие губки и щетки можно отправить в компост. И они там разложатся, потому что они из натуральных материалов, и у них нет в составе пластика. Такие натуральные щетки можно купить на сайте nopasticsfantastic.store.